Море улыбок, положительных эмоций и неподдельной детской радости. Для любого школьника начало летних каникул – праздник с большой буквы. Впереди целых 3 месяца беззаботного веселья, общения с друзьями и отдыха. Часть этого времени многие решили провести в оздоровительных лагерях города. В Советском районе более 3000 детей отдохнут. Это будут дети, которые будут охвачены отдыхом в лагерях для малышей, в профильных лагерях для среднего звена и в трудовых объединениях для старшеклассников. Все они будут обязательно охвачены и трудом, и занятостью, и вот такими замечательными мероприятиями. Зажигательный флешмоб, викторины, спортивные эстафеты и, конечно, традиционный конкурс рисунка, который на этот раз был посвящен году экологии и основам безопасности при обращении с электричеством. Мы нарисовали человека, который приближается к станции, можно сказать, мини-станции электрической. И мы показываем то, что к ней нельзя прикасаться, потому что можно получить удар тока. Что ваш рисунок означает? Ну, он означает, что когда нужно не забывать выключать из розетки приборы. А почему именно эту тему выбрали? Ну, потому что, мне кажется, это важно. Кульминация фестиваля – творческий конкурс «Веселый тарарам». Никаких ограничений, полная свобода творчества и полет фантазии. И еще дарю на праздник свой прекрасный талисман. Зазвенит этот проказник. Беды все уйдут в туман. На этот раз самыми изобретательными и креативными стали ученики гимназии номер 6. Я тарарамчик. Это такой конкурс. Мы делали его всем классом. Вместе с нашим классным руководителем. В завершении праздника всех участников ждал увлекательный квест, концертная программа и бесплатное посещение аттракционов. Дмитрий Кузнецов, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.